Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие. Динечка, что надо сказать? Привет. На каком вы канале? Бампи. И сегодня у нас очередной развивающий ролик. У нас дверка, ну, да, у нас там сломанная дверка. Друзья, помните, был такой мультик «Тачки», да? И в машинах были глазки. Машинка без глазок как-то грустно выглядит, она не выражает никаких эмоций. И сегодня мы, во-первых, будем тренировать Дениской эмоции. Нам поможет Кеша с Тучкой в этой ситуации. Мы машинкам будем рисовать различные глазки. Злые, удивленные. Глазки с восхищением и так далее. И заодно будем тренировать моторику. И Дениска будет клеить лобовое стекло машинок и оживлять наши машины. Нам понадобились цветные карандаши для того, чтобы нарисовать эти глазки. Поэтому они у нас все разноцветные. Вот этому паровозу всему мы будем делать глаза. В общем, Дин, сегодня мы оживляем машинки и тренируем мелкую моторику. Кеша с Тучкой нам помогает. Давай, нам опять понадобится что? Клей. Бумага, на которой мы нарисовали уже глазки. Разноцветные карандаши. Как раз этими карандашами мы рисовали глазки. Мы этот момент пропустили. Вот, в принципе, это несложно. И нож, чтобы вырезать эти глаза. Мы решили рисовать прямоугольниками, клеить. Потому что у нас на лобовом стекле нету пластмассового стеклышка какого-то стоящего, поэтому нам неудобно будет клеить отдельно вырезанные глазки по одной штуке. Ну что, Динь, давай оживим наши машинки и приклеим глазки. Пускай они у нас будут разные эмоции выражать. Давайте. Кто, на Тучке или Кеша будет помогать, Денюш? Вот, на весу. Значит, Кеша будет помогать. Тучка с вами прощается, пока. А Кеша остается помогать. Ну что, давай первую машинку оживим с тобой, Динь. Ну что, Динь, с какой машинки начнем? 0-1. Вот это будем эти глаза клеить. Так. 0-2. Вот эти. Ох, у милиции, у полиции удивление какое будет, да? Смотри, промазываем клеем. А ты сейчас будешь приклеивать глаза пожарной машине. Смотри, Кеша как старается, Динь. Смотри, как старается. Все, всем глаза разложил. Приклеиваю пожарной машине вот эти глазки. Давай. Нет, на лобовое стекло клей. Точнее, на отсутствие лобового стекла. Давай, будем заклеивать спереди. Давайте, вместе с мамой. Это тяжело немножко. Куда мы не поставим? Сейчас, подожди, те промажем. Денюш, смотри, у нас на первой машинке глаза появились. А ты, у нас пожарная машина ожила, друзья. Вот такая у нас пожарная. Суровая пожарная машина. День, давай на какую следующую машинку клеить будем? Вот это пока в стороночку убираем. У нас же глаза есть. Какую? На полицию будем клеить? Глаза удивления? Давай, клей наноси. Наноси, отлично. Сейчас Кеша размажет клей. Кеша клей размажет. Так, День. И вот сюда он будет приклеить глазки. Давайте вместе. Давай, Дин, клей глазки сюда. Нет, отпусти клей пока. Давай, прислони глазки к машинке. Не, где лобовое стекло? Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас приклеишь ручки себе. Давай, вместе с папой. Давай, я держу, а ты давай разглаживай. Прижимай глазки. Хорошо. Так, все. Полиция у нас тоже готова. С диким удивлением полицейская машина. Давай, у нас еще одна пожарная и скорая. Выбирай, какой машинке, какие глаза будем клеить. Давай. Давай, клей наноси. А еще надо. Наноси клей. Клей какой? Кеша размазывает. Кеша размазывает. Ну что, на какую машинку какие глазки будем клеить, Динь? Так, на 0,3 какие глаза? Вот эти. Вот эти. Хорошо, давай пока 0,1 отъезжай в стороночку. Давай, держи. Дайте клея. Давай, держи. Надо вот так вот приклеивать. Прижимай. Прижимай. Хорошо. 0,3 у нас оживает, да? Скоро у нас сейчас будет тоже глазастая. Так, давай еще прижми. Вот здесь тише, так, чуть-чуть. Молодец. Умница.
Так. Ну что, 0-3 у нас тоже живая. Теперь ожила, да? Какое выражение? Тоже удивление или страх? Какое-то такое выражение, неспокойные глазки. И что у нас? Одна осталась в машинке с ненаклеенными глазами. Какая? 0-1? Это что за машина? Какая служба? Пожарная служба. Теперь давай приклеим пожарной машине глазки. С Кешей вместе давайте клеить. А помогать? Ну-ка давай прижми глаза. Глазки прижми, день. Вот. Так, ну все. Все машины у нас готовы. Смотрите, друзья, у нас старые машинки ожили новой жизни. У них теперь есть эмоции. Денечка, да? Как в фильме, как в мультфильме «Тачки». Теперь машинки у нас все живые. Ну что, друзья, сегодня мы тренировали моторику, вспоминали некоторые эмоции, оживляли старые игрушки. Ну а сейчас мы с вами надолго прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, оставляйте полезные комментарии. Дичь, как пальчики вверх ставить? До новых встреч, друзья, пока-пока. Поцелуй. Давай, кто первый целует? Так, Тучка, Кеша и Дениска. А Дениска? Пока.